Нелегальный груз на несколько миллионов рублей, почти полтонны черной икры изъяли полицейские в Хабаровском крае. Крупную партию деликатеса обнаружили при досмотре автомобиля на трассе. Огромные черные сумки вызвали подозрения у сотрудников правоохранительных органов. В них находились 900 контейнеров с икрой осетровых. Объяснить их происхождение 34-летний водитель не смог, после чего вся партия была изъята.